кого самый длинный хвост? У какого животного большие ноги и красивые крылья? Об этом и не только рассказали методисты Первой Одинцовской библиотеки ребятам из детского сада номер 79. Малыши примерили на себя роли животных, поиграли в догонялки и даже перетягивали канат. Были иглы, которые шамелать. Музыка играет, и шамелать надо. Ну там пятнали животные из зоопарка сбежали, и потом там пятнали их. А мы зайчик прыгали, а волк их ловил. Сплотить детей – главная задача таких праздников. Приходим, и вот нам дают 60 детей, которые жаждут игр, веселья. Заводятся они с полоборота, мне это очень нравится. Детки такие легкие на подъем. Некоторые ребята скоро пойдут в школу. Им важно показать, что узнавать новое можно и в игровой форме. Поэтому сотрудники библиотеки проводят для них различные мероприятия. Узнать о следующих можно на их официальном сайте. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».